Всем привет! Сегодня с вами Марина Ломака, и мы будем готовить рисовые оладьи. Что для этого понадобится? 200 грамм отварного риса, его надо очень хорошо разварить, чтобы он был не рассыпчатый, а прям такой густой. Тогда оладушки получаются очень вкусные. Несколько веточек зелени, зелень любая по вкусу, я взяла кинзу. 2 яйца. 1 чайная ложка разрыхлителя или соды, щепотка соли, специи на свой вкус и 1-2 зубка чеснока. А муку я предварительно взяла 200 граммов, но муку нужно смотреть по замесу теста. Приступим к приготовлению. Все ингредиенты смешиваем в одной мисочке и замешиваем тесто. После того, как я перемешала все продукты без муки, я добавляю в стакан 150 мл сыворотки. Совершенно забыла сказать за нее изначально. Ну а теперь в массу добавляем постепенно муку. Муки получилось точно 200 граммов. Теперь массе нужно немножечко постоять, минут 10-15, и будем жарить в сковородке на растительном масле с двух сторон. Вот такие рисовые оладьи у нас получились. Попробуйте приготовить и вы. Я думаю, вам очень понравится. Приятного вам аппетита! Приглашаю вас подписаться на мой канал в YouTube, и вы всегда будете видеть мои новые видеорецепты. Я всем вам буду очень рада. Здоровья вам и вашим близким!